И всем привет! Сегодня продолжаю проходить Агату Тиса, как мне сказала моя сестра. Нам осталось 7 немножечко. Я вспомнила, что нам нужно было сделать. Я хотела видео посмотреть, но оно выйдет, но сейчас оно еще даже не смонтировано. Да, мы проиграли в лотерее, и нам нужны фотки. Сегодня, кстати, вновь пью чай с пинаколадой. Сперва нужно вставить деньги. У нас есть деньги. У нас будет аж целых 4 фотографии. Я, кстати, ни разу не фоткалась в фотобудках. Интересно, прикольно. Думаю, эти фотографии сгодятся для читательского билета. Смотрите, как смешно. Ладно, пойдемте обратно в библиотеку. А давайте сразу просто вот нажимаем на светофор. Да-да. Нажимаем на светофорочку и все. Библиотеки. О, как быстро мы добрались, да? Вот для вас это одна секунда. А для меня аж целый... Не знаю, сколько оно очень долго бегает даже. У меня есть фотографии. Сделаешь мне читательский билет, чтобы я могла брать книги? Конечно. Перед тем, как я сделаю тебе карточку, мне понадобится твое имя и фамилия. Можешь мне их сказать? Агата Тисак. Спасибо. Подожди секундочку. Хорошо. Вот твой читательский. Значит, теперь я могу взять любую книгу? Да, теперь ты можешь взять любую книжку. Кроме тех, которые нельзя брать с собой, конечно же. В любом случае, не забывай, что нужно подходить ко мне всякий раз, когда решишь взять книгу. Чтобы я могла занести информацию... Все, у меня уже старческий шум. Чтобы я могла занести информацию в систему... И убедиться, что все действия произведены правильно. Ладно, если понадобится помощь, не стесняйся спрашивать. Благодарю за участие в жизни библиотеки. Надеюсь, что ты насладишься книгами. Ладно, давай насладимся книгами, или как она там сказала. Да, давайте наконец-то заберем ее. Привет. Здравствуй, хочешь взять книжку? Да, вот эту. Прекрасно, дай мне ее на секундочку. Мне понадобится твой читательский. Большое спасибо. Пожалуйста, подождите, пока я все внесу. Замечательно. Теперь ты можешь забрать Энигмарильон. Клёво. Хочу воспользоваться возможностью и предупредить тебя, что книгу необходимо вернуть в течение недели. Если ты не вернешь книгу в течение этого срока, твой читательский билет будет заморожен. Помимо этого, данная информация... будет незамедлительно передана Организации мировой культуры и образования, которая позаботится о том, чтобы тебя не приняли ни в одно общеобразовательное учреждение или университет. Нихера себе, я что-то не поняла, это что такое? Обычно, когда ты возвращаешь книжки в библиотеке, хотя не особо не ходил в библиотеку, но обычно штраф все-таки берут. Ну и билет, наверное, замораживают, но не это. Что за дичь ты несешь, старуха? Есть вопросы? Это не слишком?
Нет, это обычное наказание за подобные нарушения. И еще вопрос. Нет, значит, теперь я могу забрать Энигмариллион? Да, конечно, держи. Благодарю за участие в жизни библиотеки. Надеюсь, что тебе понравится Энигмариллион. Мне плевать на это правило о 7 днях и на университеты. Я уже решил, что мне не понадобится высшее образование. Школу закончу и хватит с меня. Так я смогу проводить все время с животными и мясом. Ладно, идем к этой. Как говорится, дойдем до светофора и уже там. Вообще, я считаю, что это какая-то дикость. Не, ну просто за какого-то читательского билета и книги не принимать в универ. Да. Ван Пачман. Так. Мне надо ей дать эту книгу, да? Я нашла Энигмариллион. Серьезно? Ага, гляди. Ну что, это настоящий Энигмариллион? Без сомнений, это именно о нем и говорится в легенде. Страницы заполнены ответами на вопросы. Здорово, так ты отдашь мне Рому? Здесь написано, что меч Фина гораздо мощнее Андуриля и меча Химена вместе взятых. Ты отдашь мне робу или нет? А, да, конечно, прости. А поменьше у тебя нет? Нет, но я ведь уже сказала тебе, что эта роба одна на весь мир. Значит, мне придется ее обрезать. Что ты только что сказала? Я уменьшу эту странную робу, чтобы ее надеть. Кстати, ты умеешь шить? Ты ведь шутишь? Эта роба единственная в своем экземпляре. Если ты испортишь ее, то она лишится своей стоимости. Ну, поскольку теперь она моя, я буду делать с ней все, что захочу. Просто это подлинная роба жедаек. Я поняла, но у тебя есть теперь Энигмариллион. Да, но просто ты не понимаешь, что собираешься сделать. Есть люди, которые за эту робу родную мать продадут. Ой, ну ты зануда. Ладно, я не стану с ней ничего делать. Клянешься? Да, клянусь. Правда? Да, правда. Спасибо. Да и уходим. Не, если угода. Ну, так интересно. Да, это мы читаем. Ну, как тебе, Энигмариллион? Просто улет, она даже лучше, чем я надеялась. Большое спасибо, что нашла его и дала мне. Блин, я думала, она еще что-нибудь скажет. И что мне с этой робой делать? Пойти на бойню? Ох ты ж, ёк-макарёк, смотрите, какая красота. С этим устройством я смогу обеспечить бургерную бургерами. А что с роботом делать? Я не поняла. А, мне как-то её уменьшить надо? Как? Ой, подумать надо. Тут есть магазин с платьем, можно туда его отдать. Нет. Ладно, го к Сандре тогда. А то мне нет идей, что делать. У Сандры давай. Опа.
Обожаю эту магию монтажа, конечно. Так. Вот. Можно использовать эту робу в качестве мясоедческого одеяния. Покажи. Выглядит неплохо, но большеват. Нужно слегка его уменьшить, чтобы он был тебе впору. А ты можешь? Сможешь наклевать? У меня нет ниток и иголок. Фиговый из тебя маг. Невозможно быть невероятным во всем, Агата. Давай же, найди кого-нибудь, кто сможет уменьшить одеяние. Хорошо. Вот. Увидимся. Увидимся. И кому мне стоит обратиться? И глаз, да он ты тележка. Офигенный из тебя, конечно. Этот, предсказатель. Еще тележка мне зачем-то нужна. О, тут новый посетитель, смотрите. Еще один парень, поедающий собачатину. А заметьте, что только мужики ходят в бургерную. С каждым укусом теряет 5 лет своей жизни. Чего надо? Ты ешь собачатину. В смысле? Повторяю, ты ешь собачатину. В этом бургере собачье мясо. Вау, а я и не подозревала, что собачатина такая клевая на вкус. Ты здесь повар? Нет, я городской мясник и отказываюсь верить, что эти бургеры хороши на вкус. Клянусь тебе, вкус просто обалден. Хочешь куснуть? Нет, спасибо. Но если ты продолжишь есть, то закончишь как тот парень позади. Он умер, поедая такой же бургер. Разве тебе не страшно? Не, в мой клуб подобно никто не боится. Клуб? А что это за клуб? У меня есть байкерский клуб «Внуки Апатии», и в нем каждый день умирает по 3 члена. Поэтому привыкли к ситуациям, подобной той, что произошло с этим парнишкой. Они умирают, потому что едят бургеры из собак? Не, они умирают, потому что в клубе происходит что-нибудь сомнительное. А потом один из членов начинает драться с другим, и ситуация быстро накаляется. Ой, например, сегодня утром один из наших забыл выгнать кожаные куртки. А это не круто, поскольку они так мнутся, что не получается нормально разглядеть эмблему. Поэтому один из ребят разозлился, выхватил свой пистолет и застрелил того, который забыл про куртки. Так уж все устроено. А нельзя было просто простить его за то, что он забыл их погладить? Не, убить-то проще. А ты не боишься, что однажды ты сделаешь что-нибудь не так, и один из членов клуба тебя убьет? Когда ты часть внуков Апатии, в твоей душе нет места страху. К тому же клуб для нас самое главное в жизни. И мы присоединяемся к нему, готовые на жертву. Похоже на религию. А у вас есть бог, священное писание или что-то подобное? Вот ты упомянула, и да, у нас есть кое-что похожее. Для многих из нас мой прапрадед сродни богу. Он оставил нам свою идею в манускрипте. И теперь мы следуем его советам, чтобы сделать наш клуб самым лучшим в мире. А убей того, кто забыл про глазку, это тоже из манускрипта твоего прапрадеда? Нет, это в дополнение, которое через несколько лет приписал мой отец. А надетая на тебе куртка, это религиозное одеяние вашего клуба? Можно и так сказать, потому что мы все их носим. Чтобы показать свою преданность внукам Апатии. А сколько у вас в клубе? Ведь если вы каждый день убиваете 3... А, да, нет, не волнует. Внуков около 40. Каждые выходные мы принимаем к себе еще несколько байкеров, которые хотят стать частью клуба. Так что ничего страшного, если парочка помрет. Останем тебя с твоими бургерами из щепотечины. Говоришь, тебе на вкус он потрясный. Ну ладно, сейчас увидимся. Еще пивко тут появляется, еще пивко тут. Раздаешь. Так, есть что новое в диалоге?
Короче, у меня есть роба. Угу. Ее надо уменьшить. Ага. А я не знаю как. Иди в город. Куда? Так там открылся новый магазин. Там ничего не открылось. В этом-то и проблема, уже во все двери пошаркалась. И со всеми побазарила. Если только, конечно, я могла что-то не заметить, что вполне вероятно. Я только встретила нового чувака в бургерной. Дальше иди. А сейчас подумал, что мне в супермаркет надо. Нет. Там еще про зону что-то сказано еще было. Пес, бабулька, собака. Дальше. Только медленнее. Вот новый магазин одежды. Попробуй. А, туда можно зайти. Я думала, это дверь. Ой. Какая вычурная дама. Это самое безвкусное платье, которое я видела в своей жизни. Это нормальное платье? А нет, оно не очень. Я думала, оно просто там такое красивое, а тут еще какие-то люди изображены. Когда я уменьшу свою робу, то она будет гораздо лучше всех этих неудобных платьев вместе взятых. Тут еще украшения есть. Кольца, браслеты и другие блестящие финтифлюшки. Некоторые люди цепляют их на руки и лица тонами. Мне эти штуки никогда не нравились. Ну. Сумочка в форме сердца и еще одна в форме собачьей морды. И в форме скрипки или еще какого-то инструмента. Мой рюкзак круче, он меньше, но зато очень практичный. И в него куча всего влезает. Только это просто сумка. Тут даже еда есть. Судя по всему, она не только продает платья и сумочки, но и подшивает одежду. Зонты. Полезные штуки, если на улице дождь, а надо выйти. Если спрячешься под зонтом, ты не намокнешь. Привет. Здравствуй. Я могу тебе чем-нибудь помочь? Можно, конечно, спросить. У тебя куча цветных платьев и прячешь дребедни. Дребедение. Но мне нужно что-то вроде халата или робы. Наподобие длинного плаща, понимаешь? Но не слишком толстого, не хочу в нем свариться. У тебя есть что-нибудь такое? Все, что у меня есть, это платье, которое ты видишь. Но если ты принесешь мне предмет одежды, который получится перешить, я смогу сделать тебе робу. Я нашла робу, но она мне великовата. Можешь ее уменьшить? Конечно, но сперва ты должна заплатить деньги. А ты берешь что-то помимо денег? Может, хочешь меняться? Прости, я не меняюсь. Ладно, мне надо другой голос съедать. Хотя, знаешь что? Если принесешь мне бургер, то я все сделаю бесплатно. Ты хочешь бургер? Да, их продают забегаловки через дорогу. Там лучшие бургеры, которые я когда-либо пробовала. Но ты ведь знаешь, что эти бургеры из собачатины? Чего? Бургерные используют мясо брошенных кошек и собак. Его продавал туда ветеринар. А еще в супермаркет, где все покупают мясо. Потому что оно было таким дешевым и некачественным. Не переживай, проблема уже решена. Скоро бургерные начнут использовать качественное мясо. Ай, да мне плевать, из собачатины они или из говядины. Мне нравится вкус бургеров, которые продаются сейчас. Поэтому, если хочешь, чтобы я уменьшила твою робу, принеси мне бургер из собачатины. Либо плати деньгами. У меня тут есть немного денег. А, замечательно. Сколько у тебя денег? Одной купюры не хватит, прости. Ладно, пойдемте. Не знаю, надо было другой голос ей придумать. Но я не смогла. Ну, тараторить явно не стоит. Зато этой купюры хватит, чтобы купить бургер.
никогда не думала, что скажу это. Что? Мне нужен бургер из собачатины. Ты меня разыгрываешь? Нет, он мне нужен для кое-чего. Не для того, чтобы отнести в полицию на экспертизу, надеюсь? Нет, я собираюсь отдать его женщине, которая продает неудобные вещи. А, ну ладно, она обожает мои бургеры. Вы подруги? Нет, но она мне кое-что будет должна, если я принесу ей бургер отсюда. Вау, похоже, ты со всеми договариваешься. Начинающая бизнес-вумен. Нужно что-нибудь к бургеру? Нет, спасибо. Ну давайте уже заплатим. Сколько стоит бургер? Ой, даже не думай об этом, мы же вот и теперь партнеры. К тому же будет неправильно заставить тебя платить за то, что ты ненавидишь. Держи. Что, так можно было? Спасибо. Не за что. Давайте. Такой выглядит аппетитным. Я принесу тебе ужасный бургер. Ты купила в забегаловке? Да, держи. Этот запах хорошего мяса. Чудесно, спасибо. Давай мне сюда то, что ты хотела перекроить. Что конкретно нужно сделать с этой робой? Она мне великовата. Нужно, чтобы ты уменьшил ее под меня. Прекрасно, дай мне минуту. Готово, держи. И чайничек тут еще. Спасибо. Не за что. Теперь она смотрит куда лучше. Супер. Все, что здесь придается, платье, сумки, браслеты, выглядит словно гардероб принцессы. Уверена, что и принцесса бы с удовольствием надела одно из моих платьев. Все, что я продаю в магазине, и одежда, и аксессуары, это стиль Лолита. Каждая вещь искусная работа, полная потрясающих деталей. Что-нибудь присмотрела? Да не в жизни, мне ничего не нравится. Оу, и ты ничего не хочешь примерить? Некоторые девушки передумывают, стоит им завить себя в одном из платьев. Спасибо, но нет. Хорошо, как знаешь. Кстати, ты что, в мусорку головой не нырнула? Чего она такая хамка, я не пойму. У тебя, кажется, остатки еды в волосах. Ты ужасно грубая. Давай начнем сначала, хорошо? Ладно, итак. Привет. Здравствуй, могу тебе чем-нибудь помочь? Пойдемте, что мне с этой робой делать? Надеть? А, ну, Сандра, наверное, да? Ладно. Я уже уменьшила робу под тебя. Покажи. У тебя получится. Темная, с капюшоном и твоего размера. Может, получилось? Ну ладно. А еще элегантная и таинственная. То, что нам нужно. Отлично справилась. Клево. Возьми, она тебе понадобится. И все? Ну, ты раздобыла одеяние, но предстоит еще кое-что сделать. Много еще. Мы почти закончили. Не обманываешь? Нет, конечно. У нас уже есть бог священное писание, святилище, одеяние. И животные скоро придут. Чего еще не хватает? А... Чего? Ангца мясоедения. Ну вот опять. Сандра, я не знаю, что такое агнец. Ангцы мясоедения должна дать свою жизнь великому кровоточащему хряку, дабы показать основным истинный путь к вечному счастью. Это значит, чтобы заставить животных с фермы тебе доверять,
и убедить их в правоте твоих слов о мясоедении, нужно, чтобы кто-то из них искренне уверовал и был готов без сомнения отдать свою жизнь великому кровоточащему хряку. Но я не знаю, как этого добиться, поскольку ни одно из животных с фермы мне не поверило. Все они хотели сначала посмотреть представление, о котором я говорила. Агнец как раз нужен для того, чтобы провести представление. О, ладно. Итак, Агнцу должен быть животное? Ой, я не успела дочитать. Не думаю, что сработает, если Агнцем станет человек. С животным в качестве Агнца будет проще убедить других зверей. Ладно, я схожу на ферму и посмотрю, получится ли убедить кого-то из животных. Увидимся. Агата. Что? Ничего, просто... Просто хотела сказать, что ты отлично справляешься. Уверен, скоро животные перестанут тебя бояться. И в мясной лавке все наладится. Я тоже это надеюсь, потому что мама в отчаянии. Все будет хорошо, вот увидишь. Поскольку ты... Агата Тисак, невероятная жрица мясоедения. О, как мило. Что ж, спасибо, наверное. Не за что, это все твоя заслуга. Ты очень стараешься. Ладно, пойду на ферму, до встречи. Пока. Я предлагаю закончить. Да, серия получилась, наверное, очень короткая. Но как раз вот найдем Короче, мы найдем то, что нам нужно. В следующей серии лучше, чтобы провести потом ритуал. И сразу будет финал. Всем спасибо за просмотр. Пишите в комментариях что-нибудь. Вот, пишите в комментариях, как у вас сегодня день, какой чай вы пьете, или кофе, или что вы, в принципе, пьете. Вот. Ну, и всем пока!